Не успел я выпустить прошлый видеоролик с инсайдами по хомяку, как один из них уже сбылся. Друзья мои, тот самый момент, которого мы все так долго ждали, наконец-то настал. Всем фомам неверующим, как говорится, и тем, кто хомяка хейтит, выкусите. По-другому я это назвать не могу, просто, ребятки, выкусите. В своем официальном телеграм-канале создатель телеграма Павел Дуров наконец-то высказался по Hamster Kombat'у и назвал его одним из самых крутых приложений в мире, которое прямо сейчас вершит настоящую революцию и открывает новую эпоху в мире блокчейна. Сказать, что событие прям вау, это не сказать, друзья мои, ничего. Для тех, кто не понимает, что это значит, объясню простым языком. Листинг Hamster'а действительно случится. И монетка хомяка будет действительно стоить бабок. Стоит отметить, что лично для меня и для подписчиков моего телеграм-канала «Отцовское общество» эта новость с постом Павла Дурова была не нова. Я о ней узнал, о том, что этот пост будет, еще за несколько часов до публикации поста Павлом. Рассказал мне об этом посте именно этот человек, которого ты прямо сейчас видишь на своем экране. Это Crypto Whale, топ-1 лорд. Ой, то есть уже креатор. Это человек, который возглавляет прямо сейчас рейтинг игроков и который тесно связан с разработчиками, находится с ними на связи и знает очень многие инсайды. Я не знаю, если ты не веришь моим словам, моим теориям, моим всем этим инсайдам и сливам, то, наверное, ты поверишь Павлу Дурову, которого... слово которого все-таки имеет какой-никакой вес. Если бы хомяк действительно был скамом, вряд ли бы сам Павел Дуров постил бы и давал рекламу скам-проекту. Да, отчасти Павел заложник ситуации, и от успеха Hamster'а зависит и его детище, Telegram и Тон. И он как бы лицо заинтересованное, чтобы проект не соскамился. И в то же время он заинтересован в том, чтобы проект выстрелил, потому что при помощи Hamster'а будет запущена его площадка Telegram и блокчейн Тон. В этом ролике я не буду обсуждать все инсайды от CryptoWave'а, я просто лишь скажу, если тебе это интересно, залетай в мой телеграм-канал, ссылочка на него есть в описании, читай все, что здесь написано, и обязательно посмотри мой прошлый ролик, который я выпустил буквально вчера. А многие инсайды я рассказал там. Посмотрев этот ролик, ты примерно будешь понимать, что ждет хомяка в ближайшее время. И готов просто руку на отсечение поставить, что листингом дело, друг, не ограничится. Я искренне не понимаю, почему многие люди думают, что когда случится листинг монеты, игра прекратится. Это совсем, друзья мои, не так. После листинга начнется самое интересное, второй этап, второй сезон, когда вы сможете продолжать фармить свои монеты, но уже с другими условиями. О них нам будет известно немножечко позже. Прямо сейчас нам с вами нужно качать прибыль в час, а уже потом, после листинга, возможно, какой-то другой показатель. Кстати, в своем телеграм-канале я также поделился информацией касательно дропа. Прямо сейчас очень многие люди ошибочно считают, что дроп будет всего лишь 1%. И эта инфа взята просто из воздуха. Это неправда. Так, друзья, не будет. Дроп будет гораздо больше. Механика дропа будет гораздо интереснее, чем в других проектах. Просто вдумайтесь в это, друзья. Все монеты, которые есть в Hamster Kombat'е, получит все его комьюнити, ни больше, ни меньше. Прямо как в Сатоши и Биткоине. Да, многие сейчас скажут, что здесь есть инвестора, типа вот эти вот Винлайн, ставочки, хуявочки. Но, друзья, нет. Инвесторов в Hamster Kombat'е не было и нет. И никогда не будет. Не путайте инвесторов с рекламодателями. Но в этом ролике мы обсуждаем сейчас, честно скажу, не это. Если вам инсайды эти интересны, устройство дропа, что ждать далее, что там как будет, welcome в Telegram, там все про это подробно написано. Я бы сейчас хотел бы обсудить новый уровень в рейтинговой таблице, Creator, и пролить, так скажем, свет на эту позицию. Оцените, мой друг, с которым я общаюсь, уже на первом месте. Для тех, кто не понимает, как он туда попал, у него просто 20 миллиардов монет на аккаунте, вот. Просто очень многие ошибочно полагают, что новый уровень рейтинга был добавлен потому, что листинг будет перенесен. Но нет, друзья, листинг, как и запланировано, будет летом. И очень высока вероятность, примерно 90 к 10, что он случится уже в этом месяце, в июле, буквально через неделю-две. Лично я ставлю на 15-19 число. Это абсолютно никак не связано с переносом листинга. Его не случится, я больше чем в этом уверен. Creator добавлен немного с другой целью. И совсем не для того, чтобы вы пытались сюда зайти, потому что очень многие игроки еще даже до лорда не дотянули, а им уже говорят, зайди в Creator, накопи 18 миллиардов монет. Не торопитесь сюда идти, вы один хрен сюда не дойдете. Этот уровень создан совершенно для другого. Это уровень для медийки. Не зря ведь он называется Creator. Креаторы у нас кто? Создатели. Создатели приложения, пабликов, YouTube-каналов, контента на всех этих ресурсах. Эта менюшка именно для них. Совсем скоро здесь вы увидите огромное количество и компаний, их YouTube-каналы,
паблики, блогеров довольно популярных, которые прямо сейчас уже снимают контент. Весь этот рейтинг, по сути, будет составлен из людей, которые активно пиарили проект. Так скажем, его медийка. Я, кстати, тоже там скоро окажусь. Ты ведь не сомневаешься во мне, да? Поэтому ни в коем случае не пытайтесь туда попасть. Здесь, что называется, настоящие киты. И ни в коем случае не думайте, что он добавлен только лишь для того, чтобы перенести листинг. Нет, листинг случится. И игра после листинга продолжится. Если вы очень сильно в это меню попасть хотите, то у вас время еще попасть сюда будет, поверьте мне на слово. Но прямо сейчас сосредоточьтесь лучше на том, чтобы вкачать максимально прибыль в час. Потому что, как я и говорю во всех своих видеороликах, это основной показатель, который нужно вкачивать. Именно от него будет зависеть ваш аирдроп. Поэтому, друзья, не теряйте время зря, совсем скоро листинг случится. Прокачайте свою прибыль максимально сильно. Павел Дуров вписался в проект. Телеграм официально поддерживает Hamster Combat. Аудитория Hamster Combat растет просто миллионами и идет вверх. Прямо сейчас начинается самое интересное. Все инсайды, о которых я знаю, о которых я рассказывал в прошлом своем видео, все это начинает сбываться. И поверьте мне на слово, это лето вы точно запомните. Мы прямо сейчас находимся на старте новой эпохи. И я счастлив оказаться ее частью. Те, кто мне сейчас не верят, думают, что я какой-то дурак, фантазер, сказочник. Запомните этот момент. Когда монета выйдет, вы будете грызть локти и скупать ее в слезах за доллар. Возможно, и вовсе за все 10. И если что, я имею в виду одну монету. Так что, друзья мои, вовсю следим за новостями. Обязательно подписывайтесь на мой телеграм-канал. Там все выходит первым делом. А потом другие паблики это слизывают. Типа, сами нашли. Нет, инсайды выходят только у отца Евгена. Ссылочка есть внизу, обязательно залетайте. Качайте своих хомяков максимально сильно и будьте готовы к листингу. Ну а с тобой был, как всегда, отец Евген. Подписывайся на мой канал, если до сих пор на него не подписан. И увидимся сегодня вечером на стриме. Если есть какие-то вопросы, обязательно спрашивай. С радостью на них отвечу. Пока-пока.